Дорогие друзья, в наши дома пришел праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. По традиции мы встречаем его в кругу семьи или друзей. Ведь теплая и душевная атмосфера создает настроение на целый год вперед. Наверняка многие жители края уже получили подарки и сами успели порадовать близких. Когда мы считаем секунды до приближения Нового года, всегда немножко волнуемся и верим, что жизнь изменится к лучшему. Уходящий 2018 год был знаковым в политической жизни нашей страны и нашего края. Мы выбирали президента Российской Федерации, губернатора Алтайского края. Я еще раз благодарю всех, кто поддержал меня на выборах 9 сентября. Год был во многом успешным для экономики нашего края. Собрано более 5 миллионов тонн зерна. Мы в пятерке продовольственных лидеров страны. Произведено рекордное количество сыров и круп. Хорошие темпы роста по итогам года показывают транспортное машиностроение, предприятия легкой, добывающей и химической промышленности. Мы уже сформировали планы нашей работы на следующий год, приложим все усилия для обеспечения роста заработной платы, реализации важных по значению и больших по масштабам социальных программ, будем строить и ремонтировать школы и детские сады, поликлиники и больницы, дома культуры, музеи, театры, спортивные объекты. Мы будем вкладывать деньги в ремонт дорог, в развитие коммунального хозяйства и энергетики. Обязательно поддержим наши муниципалитеты, города и сельские территории. Наша главная цель – дальнейшее поступательное развитие Алтайского края и обеспечение благополучия его жителей. Все свои планы и конкретные практические шаги мы выстраиваем и будем выстраивать, исходя именно из этой цели. Будем опираться на свои силы, на наши исходные преимущества. Будем пользоваться теми возможностями, которые открывает перед нами день грядущий. У нас есть мощные промышленные ресурсы, развитое сельское хозяйство, богатейшая природа и трудолюбивые люди. Наш край должен стать, и я убежден, станет местом, где хочется жить. От всей души желаю вам, дорогие жители Алтайского края, в наступающем году сохранить позитивный настрой для осуществления всех планов. Пусть этот год станет для каждого годом исполнения желаний и сбывшихся надежд. Пусть в каждой семье будут мир и согласие. Пусть добро и счастье войдут в каждый дом. С праздником! С Новым годом!